Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а видите продолжение партии за Россию в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm на карте 7 морей. И если вы случайно наткнулись на это видео, то рекомендую перейти к началу. Ссылка на первую серию есть в описании, либо появляется в верхнем правом углу. Также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Всем остальным приятного продолжения просмотра. То есть я могу только если... уже туризмом победить, даже не религии, ничем. Хотя у меня религия очень классно распространилась сама. Можно было, кстати, мы опять заканчиваем век. Теократию взять. Дешевле были бы покупки за веру, но... я удалю... все, все окончательно утопло, видите. К сожалению. Я беру только прокачки, где 1000 туризма плюс. Боже, это... да, короче, мне надо целый ход заниматься чисто рок-группами, на самом деле. Ты чё, смеешься? Так. Походу, русский не заметил. Чего не заметил? Я тут. Все нормально. А мы что, воевали? Произошло вообще. Так, рок-группы русского пошли в дело. I held up a fistful of sandage. А зачем тебе мое влияние? Нельзя удалить пока. Норвег, закрывай компуса свои, пожалуйста. Стоит. Сейчас желательно еще театралки. Компуса, театралки, чудеса света. Я тебе сейчас скину денег. Предложение. Рим предложение. Предложение. Частично успел купить рок-группы, конечно. Связь открыть для ускорения социальных сетей. Группы русского едят.
Пока не вижу. Ничего на туризм нету. Мне бы, конечно, поставить уже карточки на туризм. Космопорт построен. А, у вас обувь. А все, у меня кончилась вера на рок-группы. Не так уж и много. Впереди меня. То есть ему 3 хода было до спутника, у меня 3 хода до спутника. В принципе, у нас это одинаково. Но у меня сейчас 168 производства. Ну вот ты выиграешь. У меня это не больше. Нет, 119. Плюс ты быстрее выйдешь в техе. Chance is all powerful. Еще где-нибудь вообще могу. Это реликвия, реликвия, музыка в Москве, в Ярославле. Художественный музей в Казани меня отправился. Музыка в Москве и Ярославле. Сколько угодно ядерок отбить, или только одну? Отправилось 34. Что у тебя там происходит? Да жестко, да? Чай. Старичный рокер. А у него постоянно варвары на танках гоняют. Ну кто ты там? Качает шпиона. Бомба русская. У него аквапарк вообще есть? Есть. Развлекательного комплекса у него нету. И у скифа нету, блин. Класс. Ну, тогда просто на любой клетке. Норвежец еще и мешает мне играть тут эти. Класс. Что Рим такой? Ну, норвежец, ну...
Я вот никогда не мешаю, когда кто-то побеждает культура, а я какой-то другой. То есть, ну, пускай человек играет. Получится у него, так получится. Вот это, ну, карточку есть только поставлю. Это, блин, юниты расставить. Кстати, я ж тут хотел уран добыть. Норвежец, ты мне специально мешаешь, типа, эти, да, концерты проводить? А тем, кто улетает в космос, ты как мешаешь? Союз заключил. Какой? Дружбу, точнее. А, нет, это не он. Сорян, это... Взял, расставил юниты специально. Это нет, тут я уже никак не победю, к сожалению. Это нереально. Тридцать восемь, 193, сколько там добавится? Это единственный шанс это открыть. Вот тут карточку, которая, ну, слишком далеко для меня просто, все.
Не, ну ладно. Марина, сколько у вас еще дружбы будет с Россией? Не победю еще культурой. Что там за... Сколько у вас еще дружбы еще с Россией? Всю игру пытаются почему-то все меня остановить. Там он чувак один улетает, другой за ним вслед. Хоть бы ядерки друг друга покидали, два соседа. Это пирожочка. Ну вот, вот вы грустные. Унылые. Через 5 ходов заканчивается. Зачем, как бы, нам кидать друг другу ядерки даже? Ну, типа... ну чтобы не быть унылыми, чтобы ребята считали вас прикольными. Во-первых, как бы, тогда мы можем проиграть, как бы, оба. Они, короче, унылые. И вообще не прикольно. Так. Слушай, я что-то не подумал про национальный парк. Может, я где-то национальный парк могу сделать? Например, вот здесь.
Ребята, я так уже пойду, наверное, 5 часов утра. Ну, я не против. Спасибо за игру. Кто-нибудь против, что норвежец уйдет? Нет. Хотят его в культуру. Пока. Пока. А, название тут должно. Ну, это вот бессмысленная вот эта доминирующая религия становится. Я ж не собираюсь тут побеждать религии, правильно? Bird came down the walk. Ай, нет. Фуп, что-то завис это все. Чё голосуем? Ну что, ломаем сорвать ракетостроение? Да. Увеличиваем или уменьшаем? Что уменьшаем? Ракетостроение, конечно, нельзя делать ракетостроение, голосуем. Давай, Кри, за это проголосуем, что нельзя это делать. Ну, я за это голосую. Шедевры поставьте литературу, не дают туризму. Я только не знаю, какие мне больше дают туризм. Наверное, литературные. Литература. Так, новая теха открылась. Новое правительство. Туризм, Лёша. Туризм тут больше ничего нету, да? А, вот. Проверю. Так. Что там вообще? Ну, четверть. Без шансов, мне кажется, это. Мне кажется, это без шансов.
Success is counted. Так, понятно. Национальный парк нигде не поставить. Здорово. Гаси, я всеми походил. Так, надо рокера купить тогда. А, ну мне уже даже веры не хватает на них. Не, ну блин, ну что, я только четверть набил, это вообще без шансов. А им там что, воюет что ли? Что говоришь? Ты воюешь там что ли? Нет. С кем? Да я не знаю, просто это, смотрю, у него 2500 войска. Да он, наверное, хочет на меня напасть, когда у нас закончится дружба. Ненавижу русских. Русофоб. Кстати, тот разведчик, который типа грабил тогда караван, это тоже, я также тоже назвал русофобом. Слушайте, ну я не знаю, что мы делаем дальше-то. Ну просто у нас сейчас сочеление заканчивается, и я две термоядерки в него кидаю. Ну давай посмотрим, может они не пройдут. Чем ты паришь, раньше твой? Ты так говоришь, как будто типа это без шансов для него. Нет, я к тому, что я в него, он в меня. Ну, посмотрим, веселуха хоть какая-то будет. Кто кому? Кстати, а давай, может, как бы мир заключим. У меня вообще круто, я буду. Может быть, Граген, продолжим союз, нет? Подожди, ну а чё? Сейчас придут. Ты, этот... Ну ладно, спасибо. Ну я, слушай, ну я тебя догоняю по этому, по промке. Я на 3 хода от тебя отстал, теперь я на 1 ход от тебя отстаю. Ну ты догоняешь, да, как бы. Посмотрим, кто быстрее. Сейчас может Алексей там дико выиграть. Что я? Ну как, ну блин, я вчера уже играл в культурную победу, имея 1000 культуры. 1000! У меня рокеры были с выбором вообще прокачки. Это вообще нереально, побеждать культурой. Ну, смотри. То есть, достаточно бразильцу иметь 300 культуры, и это уже неперебиваемо такое. Ну, это бред. То есть, когда у тебя 500 науки, ты побеждаешь... Ну, хорошо, 700. Вот 700 науки укри — это победа. 800 культуры — это ничего просто. Я ж почти победил тогда.
Ну, а тебя не возмущало это, что ты тогда не победил? То есть у тебя 500 культуры, у ближайшего преследователя 70 культуры, и тебе это не дает возможность победить. Это нормально? Не, ну подожди, я почти победил тогда, когда у тебя уже 300. Нет, мы когда встретили, я помню этот момент. Вот я когда увидел тебя, там, не знаю, какая середина игры, у тебя 500 культур, у меня 70. Вот это я точно помню, я на втором месте. Ну, я в тот момент еще не побеждал же это. Ну, блин, ну, хорошо. А если у тебя 500 науки, у меня 70 науки, это победа или нет? Ну, да, через так же, там, 100 лет. А если у тебя 500 культуры и 70 культур у меня, это не победа вообще. А если 500 науки и 70 науки, это 100% победа. Нет, так о чем мы спорим? Канадца. Нет, ты захватил канадца, у тебя стало 300 культуры, за счет этого ты задав... Нет, я там строил эти театральные площади. Нет, так, ну, блин, все равно. Ну, ты должен как-то... Ну, то есть, я уже молчу о том, что тебе еще и вера нужна, кроме культуры почему-то. Все, минус Дидона. Сейчас лучше сделали, чтобы про группу все-таки за голду покупались. Что за религия? Ну, либо то и другое. Ходов, типа. Нет. Чего Челлини? Тогда попробуем улететь, кто быстрее улетит. Давай. У тебя там, надеюсь, нет ты никакого. Ты быстрее улетишь все равно. Я надеюсь. Ну, а умные эти... материалы, да, у Карагенов исследованы уже. А как? А что там по великим людям? Финикия все забрала. То есть у вас вообще ничего нету у обоих? Нет. Да. Кидайте уже в другую ядерки пути. А, и Харальд забрал 100% космической гонки. Жесть вы там анти... Не, по-моему, у кого-то было, я помню, плюс 20%. Да, у бразильца плюс 20% у него есть. Блин, я просто заскриню, вот выложите это в общий, я сейчас... Что, что? Ты там зеркал, что ли? Я вас обоих вижу, понимаете? Я вижу, вот строили анти-ПВО, ой, антиядер. Вот я скинул скрин на Карагена. Просто жесть. Вы настолько вы друг друга боитесь. А кинул, не вну... Да у меня 17 караванов, а тут бенды. Откуда? Из этого города. Ну, по внутренним, да, типа? Ну, и большая часть по внутренним, да. Ну, она плюс 4 промки дает. К члену, если отправлять, 6 пром. Не, у тебя аж просто нация такая там, у тебя вроде это... Можно разогнать там по 6 еды, чтобы... Да. Не, ну, слушай, ну, я опять отстаю на один ход, получается. Ты не остаешь, ты быстрее выйдешь ускорители. И все. Какие ускорители? Я уже, по-моему, все еще. Ну, вот последний уже. Ну, межпланетный полет? Да. Ну, да, он следующим ходом изучается. Ну вот, а я нет. В этом весь прикол. Thank you.
три предложения. Я тебе? Ну а нафига тебе? Я тебе ничего делать не буду. У меня этот боевой робот там стоял. Так а нафига тебе? Ты сейчас улетать будешь. Да я отдал, отдал. Вран на Рим хоть? Не знаю. Все я знаю, может не скрывать. Почему Казань у меня самая производственная? У меня уже 4 ядерки готово на Рим. Ой, на Рим. На русских. 191 пробка. Ужас. Агента. Ну что, будем? Продолжим? Ну, или не против. Ой, я не то купил, блин. Сделаем, как было. Скиф предложение. Скин, будешь скиф сдавать-то? Нет. Ну вот где эта карточка? Вот рок-группы могут выбирать любой. Но вот мне надо было до этого момента терпеть и только тогда. Но это уже сейчас поздно вот в этой партии. Если будешь сейчас в этой партии это просто поздно уже. Хотя не Акри, давай без союза. Скиф, ты тут? Да. Я тебе предложение кинул. Я не буду. Чего? Видишь, там народ не... улетает. Ну. Будешь ехать ко мне рок-группами, объявлю. Так я и так у тебя рок-группами. Пока одно. Да мне не надо к тебе ездить, я к норвежцу езжу. Да блин, ты посмотри на возможность победы культуры. Посмотри просто. Как это можно вообще добить? Я понимаю, но в любом случае даже надежды брать. Он что-то там не отвечает, но я нифига не понимаю. Аквакультуру вообще не использовал. Вот так вот, русский. Кто вас не любит? Что? Вы так говорите, я вас обоих вообще не слышу. Вот так вот, говорю, русский. Это я понял. А что там Скиф говорил? Забудь. Every life is many days. Центр вещания в Ярославле. На художественный музей мы запомнили. Амфитеатр в Новгороде. О, нет. Да, последние ходы.
Сейчас посмотрим. О, членимет учет предлагает заключить. Соглашайся, не глядя. Ну, что-то... За какие-то там, по-моему, 20 монет. One by one they were... Предлагает ему 20 нефти дать. Да, не. Что получается? За технологию будущего плюс 5% к производству. Проектов, да. А вот это вот то, что мы делаем, это проект? Это проект. Клянется. Построил панамский канал с одного и с одной и в другую грушку. Или знаешь, смотри, надо там улетать, например, куда-то там что-то делать, а ты на театралку строил. Такой грандиозный инженерный проект из одного озера в другое. Из Сокомышского в Блоше. А куда Норвег поехал поселенцем? Подальше от этой жизни. Меня слышно? Да. Это кто сказал? На самом деле, конечно, что-то забразило, мне с джунглями как-то не завезло. Не очень. И у Алексея тоже, кстати, тундра, она как-то ее немножко. Да не, мне понравилось. Нормально было. Я просто почему-то опять решил эту культурную играть зачем-то. Играл бы в научную, вы бы тут уже умерли все. Ну блин, у меня... Веры было 300 вход вообще там без особых напрягов. Мост золотые ворота. Пойду угля добуду. Там скифа почти дипломатии победила, если что. Я? Да не. Предлагаю кидать ядерки в скиф. Да он не успеет. Тут до голосования 15 ходов. Ну да. Если бы эту я статую свободы не построил. Это можно еще писателей в Новгороде. Так, а музыкантов Ярославль. Ярославль.
и Смоленск. Играет по 2000 голубых. Что, тебе жалко, что ли? Да нет, радуюсь. Ты завидуешь просто. Ромашку даже не сделал никакую. Мог захреначить. Ну и надо было кидать. Так, странно. После каждого завершения дают всем проектам плюс 5% к производству. Почему оно не увеличилось? Как было, столько и осталось. Блин, развлекательный комплекс, у меня одни аквапарки. Хреновый человек. Ну, все эти сиднейские. О. Так, в Архангельске, художественный музей в Архангельске, амфитеатр в Новгороде. А у меня художник вообще есть? Нету. 800 науки идет, это ж капец. Твой рекорд? Ну, в сетевой, да. Здорово. Я не помню свой. Не, ну так-то можно было бы, конечно, больше. Я помню, что-то 1100 было. Ну я во всех городах. Когда это... я весь континент захватил за Японию. Финики я не поставил. Лабы там, это вот все. Там еще можно ставить. Тут же еще промка дает, по-моему. Ну это 12 ходов, если я буду каждый ход вот столько культуры делать. Это столько туризма. Дают, ну, то через 12 ходов я победю. Не обращайте внимания на самом деле. Тем более, что они улетят раньше.
Да, я даже не поставил карточку на выбор прокачки для рок-групп. Ну, потому что уже нафиг надо, честно говоря. Ого-го. Это то, что у меня рассинхрон. Я прогружусь. No one would have believed in them. Let me not then die. Сколько ты запуск делал в этой межпланетной? У тебя сколько ходов? Последний уже или предпоследний? Нет. Третий? Предпоследний. Да. Сколько там у тебя ходов? 5, что ли? А у тебя? У меня получается 7 ходов, но я не могу понять почему. Это, наверное, еще ученый на плюс 20% и пингало на 30%. Сейчас плюс 50%. Наверное. То есть получается промка. 147 промки. Нет, ну у меня там Магнус сидит, у меня не пингало сидит. Ну вот у меня просто город с Магнусом хуже. Поэтому. Скифия, я переделал предложение. Посмотри. Я вот хрен знает, что лучше, пингало все-таки на 30%, либо все-таки Магнус. Тогда как? Это вот, ну, нужно считать, типа. Ах ты, негодяй. Нет, это я бразильцу объявил войну, а ты с ним в союзе. Зачем ты ему войну вел? Чтобы он культуры меньше получал. Во, норм, 4 хода осталось. Двести семь ромки. Чего? Блин. Бот все, просто все карточки поменял. Поменяй, брат. Зачем же на туризм, музыкальных шедевров? Время побеждать. Нет. Туризмом. Ну блин, ну конечно это может сейчас... Ну поменяй играть. Обратно. Ну я вижу, как бы, сейчас меняю, но... Нахрен мне вот священное место, кампус и промышленная зона. Это обязательно надо. Верующим обидно слышать то, что сейчас говоришь.
по-моему, без таймера. 77 ходов. Почти. Почти. Практически победа. Я закончил ход вроде, сейчас давайте посмотрим. Я так понимаю, сейчас все зависит от того, у кого больше будет космопортов. Кто больше ускорения сделает, потому что вы как-то так ровненько идете, нет? Ну да. А кто в лобби был выше, кстати? Я. Тоже преимущество. Или нет? Хотя я не уверен, первый я в лобби или нет. Сейчас я гляну. Так, я загрузился. Так, чё, Челлини все уже летит? Да. Блин, ну у меня только через ход будет полет. Надо было в него девятки кидать. Да. Или на следующий ход? Ну, на следующий ход. Нет. Я на два хода на тебя отставал. У тебя было 5, у меня было 7, по-моему. Блин, я зареву, если вы улетите раньше, чем у нас дружба с русским. Чего ты? Если вы улетите раньше, чем у нас дружба кончится с русским. И чего? Да не, я думаю, дружба у нас уже где-то 2-3 хода осталось. Ты хочешь ядерки в меня покидать все-таки? Конечно, а что еще делать-то? У меня уже руки чешутся. А что у тебя так мало науки, Рим? Я не понимаю. Что, какие у тебя проблемы? У тебя гор столько, немерено просто. В смысле? Я уже ходов 30, а одну армию строю. Ну и что? А что, я как будто в науку вкладываюсь? Нет, просто к тому, что... Ну почему вообще, в принципе, по игре так мало науки было? Ты меня остановил, и все, я армию. Компсов или там рабочих. Не, ну рабочих я строил, я не знаю. Микроген, у тебя что-то космопортов мало. Не хватит тебе. У меня 2. Просто. Тебе нужно было строить во всех городах космопорт. Это еще, даже если там 15 ходов строится. Какой смысл мне вкладываться в науку, если я понимаю, что я все равно да. Еще а, раз. Меня ждут все? Нет, меня, я еще не загрузился. Какой смысл вкладываться в науку, если что? Если их все равно не догоню. Не, так мы могли нормально задружиться, ты бы там шел в науку, я бы в свою культуру. Ты бы мог покидать ядер, ты мог того же финикийца забрать, когда его Кри забирал. Не, вообще, кстати, финикийц вот просто сыграл очень... Лайтон, ну да, он просто он был обязан на Рим нападать, и так удивился. Как... Ну, точнее, он собирался нападать, но он почему-то решил это делать танками. То есть, ну, вот это, кстати, удивительно. Даже если бы он морскими пришел, уже было бы проще. Ну и самолеты нужны были. Он пришел 3 линкорами. Так. Ну и почему он не напал на тебя дальше? Потому что у меня только 2 морских города, которые мог нормально взять. Ну, так он бы забрал и дальше пошел бы самолетами забирать. У него не было самолетов. Ну вот это вопрос к нему, почему не было самолетов. Ну, вообще я не отставал от него под науки. Он тоже, по-моему, пониже шел. Потом. Или нет, я не знаю. Ну, у него была армия кавалерии. И... линкоры. А, линкоры же... Так, через какой-то движуха какая-то пошла? Ну да, он по нижней ветке шел, потому что линкоры это нижняя ветка. То есть да, он танками пришел. Но он уперся бы в ПТ-команды в мои. И все. У меня уже были ПТ-команды. Так, получается, кого там ждем мы? Меня еще. Я вот только загрузился. О, Ван Гог рисует. Не знаю, он на самом деле тебя мог бы снести как бы. Я не русского. У тебя все города морские.
А у него выход к твоему берегу есть? Ну, у меня по лояльности будут отваливаться. Если он... Ты меня говоришь, если бы он меня сносил? Да. Тебя-то у него города, его рядом, то есть он хотя бы может их удерживать. Там дело в том, если там, три сразу захватываешь, то у тебя нормально все. Три сразу? Что, ну, три сразу это круто слишком. Нет, было. Уже сейчас я уже ставлю все. Ну, линкорами спокойно, мне кажется. Не знаю. Ну как, хорошо, я точно так же в этом сталеварении. Плюс я покупаю за веру. Юниты. Казаков. Ну, любой юнит какой-то, чтобы усилить город. Нет, ну просто плыть. Нет, понимаешь, захватывать город далеко от себя, это значит, ты просто его уничтожаешь, ты не получаешь никакого профита от этого. Не, по морю это не так немножко работает. А как? Ну, я говорю, там, ну, там очень быстро, флот очень быстро города ломает. Они как ну хорошо, ну хорошо, он захватывает город, захватывает. Я не спорю, предположим. Но как он может их удерживать? Вы там, ребят, говорите, рассинхронно для меня там, чтобы я... Ну, то есть, вот как вот у меня был опыт, типа, как меня с моря захватывали, там, да, если один берешь, там, два даже берешь, типа, у тебя падают. Но если ты там просто в один ход, там, три забираешь, три-четыре, то они у тебя все автоматически друг на друга влияют, все нормально становится. Хорошо, где он меня может 3-4 города забрать сразу, чтобы они автоматически друг на друга влияли? Вот Смоленск, Псков, Санкт-Петербург, Москва и Новгород. Класс. То есть все мои самые крутые города он забирает за один ход. То есть это сколько ему надо вообще построить флота? А то это есть, очень просто, знаешь? Ну. А он морская нация, это очень просто делается. Ну, то есть ты подготавливаешь, да, флот. У тебя его становится там под 1000, допустим. Ну, там 6 линкоров, там и 2 милишних захватывают города, допустим. Тут уже достаточно, чтобы просто разнести все стены и, собственно, захватить море. И там просто захватывать. Ну, это так примерно делается. Я согласен, что ну, у него даже к этому ничего готового не было. То есть у него по морю ничего. Ко мне это не работает, если вы с человеком на одном вроде уровне все, развития. Если вы на одном уровне развития, то просто ты можешь защитить эти города от его... его атаки. Если ты отстаешь, опять то, наверное, да. Слушай, ну как бы ты линкоры задохнул? Честно. Кажется, никак. Линкоры же, они по три хода. У него не было самолета, он также по нижнему. Ну кого? Это вы сейчас про кого говорите? Про Финикию. Линкоры? Ну хорошо, я в прошлой игре прилетал... по-моему, тебя... Подожди. Краген, не на тебя ли я линкорами как раз нападал, приплыл? Нет. Значит, на Кагыра. Приплыл к Кагыру армадами... три армады линкоров. Он спокойно самолетами задефался. Ну хорошо. Какими? Реактивными? Бомбардировщиками. Обычными. А ты их вместе держал? Или поодиночке? Да. Я не слышу. Ну и да, самолеты могут задефать линкоры, если их мало. У тебя же все равно нету слева самолета. Танки же. То есть на следующий ход, да, Караген, ты запускаешь? Ну, я почему-то вот сменил на вот эту карточку. Как она там, обязательная вот эта вот оптимизация. Плюс 30% производства при выполнении всех городских проектов. У меня почему-то стало на одну меньше. Карточку на довольство не снимал?
Нет, ничего не сменил. Правительство не менял там. Нет. Ну вот я это правительство сменил на... Вот, я тоже, это у меня тоже проблема была. У меня, короче, тоже резко промка упала из-за того, что демократия надо довольство, понял? Ну да. Довольство — это очень важно. Ну у меня сейчас плюс одно довольство. У меня плюс 4 во всех городах. Ну, у тебя то там... У меня в Рио-де-Жанейро. Да. Ну у тебя сколько промки идет сейчас? У меня 212 с половиной. У меня 149, но у меня ускорители по одному ходу, потому что, ну, в столице и в городе с Магнусом. Робот русского меня эти. Что за сверху? Это из картонных коробок вот этот. Не знаю. Не побоюсь термоядерку у него. Уводи быстрее. Ходите, давайте. Я бы побоялся. У апостолов минута повышения есть. Что реликвия выпадает, когда он погибает в теологической баталии. Ну, допустим, помнишь, когда вот я за Хмера играл, как бы миссионеры, они не могли атаковать почему-то, или апостолы не могли атаковать других миссионеров. Вот что меня еще как-то... Ну, как бы у Хмера вот эта вот способность мученик, если просад построить, да? Да. Но я не мог драться вообще. Я не понял, почему. Блин, я так лян повысил, но так нифига и не сделал. Получается, да? Часто вот... Бонус к довольству, он намного больше, чем бонус к промке, там, если ты ставишь карточку, типа, потому что довольство дает сколько? 10%, да? Чисто, да. Ко всему. Фига ты армии подвел тут. Ну, харе, чё потом? Сейчас веситься будем. А, Ереван захватили? А, вот оно чё. Зачем, интересно? Ну, а что еще с Кифу делать? Или это типа, чтобы... Вот, кстати, а видел руинку между Медиаланом и Римом? Скиф, скажи честно, это чтобы мировое влияние не давало? Или нет? Не скажу. Ладно. Что-то потненько, да, Кри? Да это у тебя просто температура. Да, Рим, Рим, прими, прими сделку. Кто? Рим. Ну вот, бразилец уже 4 световых года вход. Ну, увидим сейчас, интересно. Ну, нет, я просто к тому, что скиф точно уже дипломатии не может победить. Чему? Ну, мало как? Что-то. Как? Только если он кинет, как будет, ну, вас ядерки бросать, чтобы вы не улетели, только так. А что в этом плохого? Ничего плохого, просто тебе не, мне кажется... Тебе не хватит ядерок на такое количество космопортов, тем больше не защищаться будут. Я уже, наверное, раз 5 эту технологию будущего изучил, но мне, по идее, должно быть плюс 25% уже, наверное. Но что-то как-то нифига ну, не увеличится. Плюс 25%, посмотри. Что наведи на производство, что тебе там пишет. Да ко все, чили не догнать уже никак вообще. Вообще это невозможно. Ну, плюс 48 от зданий, плюс 50 от обрабатываемой территории. Там уже 5 вход, это все. Это конец. 2 хода еще. 3. А ты дружбу, да, с ним закупишь? Ну, да.
Все, что, конец игры. Можешь в свои города кидать ядер. Прикол. Ну давай, кидай ядерку. Рим. О! Поехали. Сюда. Ну где? В Архангельск? Да. Как тупо. Чего? Иди, ты, Ярославль, ты не ожидал. Я вот тебе прям в Рим кину. Пускай ее собьют. Ну-ка, давай. Давай. Где? Ща, кидаю. Это герма я не знаю. Нет, обычная. Ты что, долетел? Верю своим ушам, глазам. Вообще изи. Ненавижу русских. А что делать? Построю аквариум. Хорошо, что твой робот не умеет летать. А чем отличается типа проект за алюминий или проект за энергию? Типа алюминия уже никогда не хватает, а энергии всегда хватает. А это куда еще? На следующий ход уже будет 8 световых лет. Так вот. Блин, у меня там... А, нет. У тебя там вся армия была в Риме, да? Вот это ты хотел сказать. Типа того. Ладно. Теперь моя очередь. Нет! Куда, куда? Тоже прошла, но ничего а себе. А эти херни вообще работают? Что за херня? Она не прошла, не? Прошла, а, прошла. Нет! Ты зачем кавалерии? Зачем кавалерии? Ты чё? Ты смотри, 127 защиты, то есть если там даже нету хитпоинтов, ты не можешь взять город юнитом, у которого меньше сила. Понимаешь? Рим сделку срочно. Уранский. Чем? Отправил, блин, бедных всадников, они убились. Там в ядерном угаре такие. Не, ну Рио хороший, все-таки 150 промки, как бы такой без каравана. Странно, да что-то стреляло, по-моему. Ну ладно, чё, там бы дело. Ой. Охрененный я поплыл. Это куда твой робот? Я не знаю, он такой, да ну нафиг вас. Я пойду плавать в Ионическое море. Все, Челлини все-таки улетает, да? А получается, проекты да? за алюминий, они дешевле, что ли? Я не понимаю. Чем за энергию? Нет. В смысле, какое? Нет, типа, чем да? они отличаются? Вот алюминия, его всегда мало, типа, а вот энергии всегда хватает же. Там, да ничем, просто они... А давайте будет два проекта, один за алюминий, другой за энергию. Я такие, а давайте.
Ты тут ищешь какой-то баланс в этой игре, да? Ну, типа, как бы за алюминием вот я сделал только 2 проекта за все время. Ну, чтобы ускорить. Слушай, Рим, я не пойму. То есть ты вместо того, чтобы сделать просто ядерные подлодки, ты сделал авианосцы с самолетами? Да. А почему это проще? Слушай, я не думал просто об этом. Ну, типа... ну так эти уже, пусть улетает. Рим, примите его по-братски. Да, все. Типа, ну блин, подлодка один юнит. Ну да, я не знаю. А, ну вообще, наверное, реактивный бомбардировщик, он типа дальше стреляет. А, ну может быть, да. Он что, вижен дает там, то что самолет, не знаю. Она плывет дальше. Я, если честно, забыл просто то, что ядерная подлодка есть. Не-не. Только половину. Ладно, Shift Enter нажму. Не, надо было. Блин, куда тут поплыл? Я бы сейчас Рим захватил. Взял, поплыл. Ну, я думаю, через ход Челиния побеждает. Да, я думал, на этот уже ход победит. Нет. Да. Да, преодолевает. Вот почему он поплыл. Видишь, как хитро? Брасом просто там, кролем такой, шух-шух. Почему 7 только? Блин, что ты делаешь? Зачем ты убиваешься? Больше. Блин. Это блин. Я не понимаю. Мне и уменьшилась промка, 201 стала. Чё, блин, происходит? Довольство, скорее всего, или карточка упала. А, довольство упало, да. Тоже непонятно, почему. Все ж ништяк, почему довольство упало. А вот довольство — это самый интересный, так сказать, ресурс в этой игре. Это последнее. Ну, я не понимаю, почему в прошлый ход было 7, сейчас 6. Блин, ну это бред. Я сделал еще 3 проекта, по идее должно быть уже 10. Ядерки вообще не работают, у нас ядерки. Да, вообще. Короче, у нас все РСЗОшки не сработали с Римом. Экраген, надо было на тебя... Я вообще какой-то на халяву в центр Рима бросал, там у этих РСЗОшек стояло. Ну, не знаю, я в тебя тоже хотел, но видишь, решили же так. Я бы в тебя кинул бы. Я не уверен, что твоя бы долетела, все-таки там стояло очень много РСЗО. У меня ее не было, я тебе больше скажу. Ну, тем более. Ну, я в тебя бы кинул бы, и, собственно, на этом бы закончили. Да, вот надо быть более, это как, смелым. Ну да, так интереснее. Ну, а серьезно, понимаешь, Караген, тут получается, если бы кто-то еще был, кто мог бы вас кидать, да, тогда имело бы смысл как-то остерегаться. Да, как вы вдвоем были, то это как бы просто решалось между вами и все. Ну видишь, я ему сказал, типа, что он быстрее улетит, типа, потому что у него больше науки. И по идее, он должен был раньше все это делать, типа, и выходить в ускорители. Мне кажется, он бы выиграл бы. Если бы он не нападал бы на финики, мне кажется, короче, он даже бы выиграл. Он типа строил лишнюю армию, лишнюю промку тратил. Не, ну что, финики можно было забрать. Она не помешала. Ну я отвлекался, такое, конечно, на нее. Я поставил космопорт после того, когда я увидел, что у Челини осталось 5 ходов до космопорта. Вот. Потом я еще где-то на 2 хода ускорил вот этот все полет, благодаря, ну, именно вот последний, вот предпоследний проект я на ход ускорил рабочими просто. То есть 2 хода сэкономил.
Я, у меня не было даже ППшки, понимаешь, всю игру. И я специально строил ППшку там в одном городе. Нет, дайте мне Рим захватить, сволочи. Нет. Сколько до Конгресса оставалось? 6 ходов. Нет, там еще долго. Ну, короче, мне, кстати, понравилось. И знаете, еще моя прикол, партия... кто строит храм Артемиду, кто-то побеждает. Чего? Какой? В чем прикол? Ну, когда вот мы играли, когда ты на Венгрии был, тогда ты Артемиду построил, ты выиграл. Тоже я Артемиду построил, я выиграл. Пипец, я по науке все время впереди был. Всю игру. Да, Артемида хорошая. Ну, как бы да, у меня на самом деле, мне кажется, было все намного хуже бы, если бы не Артемида. Тем более, как бы, у меня бы намного позже появились бы еще районы, ну, жители. Потом у меня была мысль, короче, на Норвега захватить, но потом что-то я подумал. Мне, например, очень понравилось мое место и сколько там у меня всего было, но я все-таки считаю, что в культуру идти это какой-то бред. Ну, так... да, культура это хорошая вещь, тупая. Но мне не дает беду, как бы, да. Да. Если бы я в определенный момент просто пошел в науку дальше... то был... Ну, просто, знаешь, у тебя есть казаки, тебе надо на кого-то напасть, это так приятно. Они такие, знаешь, типа, вообще не отбивающиеся. У тебя, ну, почему бы не нападать на кого-нибудь? А я бы, может быть, и на норвежца напал. Какой ход построил вообще? Что? Рим, вот на какой ход Колизей построил приблизительно? Как раз когда я на него нападал, кстати. Да. Я достроил. В тот момент я... 8 за игру. Я пошел. Спасибо. Спасибо за игру. Просто я тоже думал, короче, ну, построить Колизей, но я, блин, уже и так 3 чуда в столице построил. Это же, сколько чудес. Ужасно, как бы. Вы посмотрите, ну, сколько у меня чудес. Смотрите, сколько я чудес строитель. Построил в этой игре. Просто в 3 раза больше, чем вы все. Просто чудеса строились. Кстати, видите мою театралку на 9, типа? Она как бы, вот Мачу-Пикчу, она как бы вокруг нее театралки хорошо ставит, потому что как бы и гора еще плюс 1 дает. И плюс 2 как бы за сам Мачу-Пикчу как чудо, потому что он как на горе чудо. Ты, сука, Рим потерял юнитов. Я вот когда, ну, вот увидел этот, ну, как бы план-то, построить, типа, 3 чуда рядом. Но все равно культура, как бы, она не... хорошая вещь, но не для победы. Да, на самом деле тут мне две ошибки надо было. Первое, это то, что раньше все-таки ставить космопорты. И, да, в принципе, Финикию не надо было захватывать, не хватало. Науки было дофигища, да, всего да. дофигища. Надо было до этого. Я начал ставить космопорт после того, как я твой увидел. И большая ошибка была. Мне на самом деле дальше, очень помог было... этот ученый. Я не знаю, как вот он мне попал, этот ученый. Плюс 4, да. Плюс 4 к универу. Да, я на него ничего не делал. И в итоге, как бы, я... Я не строил лабы намного дольше, чем ты, короче, ну, ходов на 15 точно. Что, вы уже сыграли? Да. И надо было, конечно, в тебя ядерку в конце кинуть. Не ждать, не петь, а прямо... Мне кажется, вообще не в конце. И всю игру у меня просто не было голды, это просто жесть. Во-первых, как-то... Нет, когда я понял, что мы с ним вдвоем только улетаем, кроме меня, больше ни у кого, в принципе, урана не было. Да. С ураном что-то вообще печаль. Я почему финики пошел захватывать, потому что у него уран был. Вот. Ну, блин, там одна клетка, и одна клетка была у меня. Еще одна клетка была у Рима, и у Скифа была одна клетка. Ладно, короче, спасибо всем за игру. Спокойной ночи вам. Спасибо за игру. Спокойной ночи. Доброе утро уже, точнее. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!